Как же выбрать идеальное место при таком разнообразии выбора? Нет проблем. PMC предлагает несколько полезных советов для поиска. Самый простой способ найти жилье для краткосрочной аренды – это посмотреть варианты онлайн. Однако это несколько ограничивает выбор, поскольку вы можете полагаться только на информацию, представленную на веб-сайте. Вам также следует ознакомиться с рейтингом и обзорами любого жилого здания, которое вы рассматриваете. Дважды проверьте его местоположение и почитайте отзывы в Google, чтобы найти дополнительную информацию, особенно планы этажей и фотографии. Чем больше фотографий, конечно, тем лучше. Таким образом, вы сможете лучше понять, соответствует ли данный вариант вашим требованиям. Далее найдите код скидки. Для привлечения пользователей онлайн-сайты часто имеют политику скидок. Поэтому при бронировании недвижимости вы также можете проверить, проходят ли сейчас какие-либо акции. Крайне важно проверить способность арендодателя предоставить подтверждающие документы. Согласно вьетнамскому законодательству, касающемуся проживания иностранцев, ваш арендодатель должен помочь вам обеспечить временное проживание местным властям. После составления списка потенциальных свойств запланируйте несколько разных встреч в один и тот же день, чтобы сделать все сразу и сравнить несколько квартир, когда они еще свежи в вашей памяти. Для долгосрочной аренды важно иметь четкий контрольный список, направляющий ваш поиск. Попробуйте добавить в него следующие параметры. Проясните ситуацию с парковкой. Проверьте замки, окна и двери. Узнайте, есть ли в квартире бытовая техника, кондиционер, холодильник и прочее. Проверьте напор воды. Проверьте интернет, стабильность энергоснабжения. Спросите о правилах проживания в данном сообществе. Проверьте право собственности арендодателя и его право на аренду, а также его способность поддерживать хорошие отношения с местными властями. Необходимо проверить следующие юридические документы. Свидетельство о собственности, бизнес-лицензия, которая необходима для аренды недвижимости для иностранцев, сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности и свидетельство о заселении, выданное компетентным органам. Арендодатель должен предоставить документацию, подтверждающую качество и безопасность для арендатора, в том числе по вопросам электричества, водоснабжения, канализации и прав собственности. Поступая в качестве вашего доверенного консультанта, компания PMC будет рассматривать все юридические вопросы, связанные с вашим договором от начала и до конца. Поэтому вам не придется беспокоиться об этих юридических документах.